Вино за 2,5 евро из супермаркета выиграло престижный винный конкурс. Это вообще очень интересная история. Известный бельгийский сомелье Эрик Бошман, или Башман, решил провести эксперимент. Он пошел в супермаркет, купил там самое дешевое вино, которое только мог найти за 2,5 евро. Потом он придумал ему красивое название «Шато Коломбьер», переклеил этикетку и зарегистрировал его на один престижный винный конкурс. Так как конкурс престижный, а не хухры-мухры, то нам нужно было предоставить еще результаты лабораторных анализов. А так как вино за 2,5 евро вряд ли бы прошло эту проверку, наш сомелье просто эти результаты подделал. И жюри не нашли подвоха, это вообще как так? Да, они ничего не заметили, получается, жюри ничего и не проверили. Это вино в итоге выиграло конкурс, и про него сказали. Очень интересный напиток с богатым вкусом, с чистыми молодыми ароматами, которые обещают приятную сложность. Вот так, получается, вывели престижный конкурс на чистую воду.